Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня речь пойдет в видео о Минтер, о фарминге, поэтому усаживайтесь поудобнее, сейчас будет много полезной информации. Как вы знаете, Минтер я уже делал 2 обзора или 3, так что также ссылочки оставлю в описании. Переходите, смотрите, как можно с Минтер зарабатывать. И также, что это за монета. Уже есть куча листингов по этой монете. Это у нас CoinMarketCap, CoinGecko, также CoinPaprika. Поэтому, друзья, топовая монета уже давно на рынке. Также была рыночная капитализация совсем недавно, была 100 миллионов. Сейчас у нас такая просадка пошла. И как по всей криптовалюте, по всему рынку. Но это ничего страшного, зато мы можем сейчас с вами зарабатывать. Друзья, сейчас можно фармить по хорошим процентам. Это абсолютно безрисковая стратегия. Пользователь заводит в сеть Минтер свои стейблкоины из сети Ethereum, например. И сейчас в Минтере поддерживаются все топовые стейблкоины из топ-100 CoinMarketCap. Это USDT, USDC, также TUS, DAI, BOOST. Поэтому с этим проблем нету, можно переходить, заводить что угодно. Размещает пару свою стейблкоинов в пуле ликвидности и получает награды за фарминг 0.1% в день в монете BIP, а также процент от всех обменов в пуле в размере 0.2% от объема. Сейчас у нас доступны 36 пулов со стейблкоинами на любой вкус и цвет, поэтому выбор здесь большой, можете выбирать, что вам больше понравится, да, в какой стейблкоин вы больше верите. А также очень быстро и просто вывести активы из Минтер обратно в Эфириум. В Минтере имеется комиссия за ввод и вывод стейблкоинов в размере 1%, но сейчас, друзья, действует специальная программа компенсации за эту комиссию. В случае, если вы ввели свои стейблкоины в Минтер, завели пару в пул, но не заработали на фарминге минимум 2% за 30 дней, то вы сможете обратиться за компенсацией за ввод и вывод. И программа эта действует до 1 сентября 2021 года. Вот, попадая на сайт, здесь можем выбирать свою фармилку, которая вам больше всего подходит. Есть у нас BIPHUB, также USDC MUST, USDT MUST. Здесь также можно посмотреть на Explorer все транзакции, истории, вводите сюда просто свой адрес и уже можно по нему смотреть. Также можно посмотреть за 14 дней транзакции истории. Видим сразу же здесь курс у нас по Минтеру. Также количество блоков, количество транзакций. В общем, друзья, все здесь у нас имеется. Видим внизу у нас пул ликвидности, можно просмотреть все, а также еще и old farming program здесь еще есть, да, поэтому выбирайте уже на свое усмотрение. Здесь видим у нас годовая доходность, какие бывают монеты. Здесь, конечно же, видим, что проценты очень большие, 36-35. Здесь у нас уже варьируются очень разные проценты. Можем посмотреть все и выбирайте уже на свой, как говорится, вкус. Вот также есть хорошие проценты под 40%, но тут уже би, потому что может просаживаться. И вот это уже становится более рискованным. Поэтому, друзья, как по мне, лучше, конечно же, использовать USDT. Также вот огромнейшие проценты, можно зарабатывать по 3000%. В общем, здесь у нас 7 листов, поэтому, друзья, также переходите, ознакомьтесь, смотрите и выбирайте уже для себя, как вы хотите зарабатывать. У вас уже своя стратегия выработанная, поэтому вы применяете свою стратегию под этот проект, под этот фарминг. И вот фарминг здесь, хорошие большие проценты, видим также сколько у нас ТВЛ уже в пуле, количество денег, да, и конечно чем больше количество денег в пуле, тем уже чуть-чуть меньше получается вы зарабатываете. Поэтому нужно заходить там, где не сильно большие суммы. Давайте, допустим, посмотрим пул. Вот нормальный пул. Давайте посмотрим пул USDTE, USDCE. Видим количество транзакций, которые довольно-таки часто происходят. Здесь у нас в пуле активно все происходит. Видим у нас здесь соотношение, какое есть в данном пуле. Какая ликвидность, объемы. Далее есть еще вкладочка, что такое yield farming, а также start farming. Start — это вы начинаете фармить, а здесь у нас более подробно расписано по поводу фарминга. Можете также переходить, обязательно ознакомливаться. Переводим себе, конечно же, на русский язык, чтобы было понятно. Что такое сельское хозяйство? Это специальная программа для поощрения поставщиков ликвидности дополнительными стимулами в дополнение к регулярным комиссиям за своп, которые они уже получают 0.2% за каждого. Любой может присоединиться. Для этого вам необходимо просто добавить ликвидность в один из пулов, перечисленные ниже, да, который уже вам показывал. Вот они еще. Здесь также есть информация по поводу различных пулов. Вот информация. Видим награды ежедневно 0.1%. Все будет начисляться на сбипах. Также можно еще ознакомиться вот здесь. Видим у нас адрес пула, баланс его, также количество транзакций. Ну, в общем, друзья, переходим, смотрим всю эту информацию, изучаем. Давайте еще вернемся в самое начало, посмотрим, что такое старт фарминг. Это у нас
консоль Minter. Я уже делал на него обзор в предыдущих роликах, рассказывал, как здесь зарабатывать на делегировании. Но сейчас у нас тема ролика — это, конечно же, фарминг. Здесь у нас есть Create New Swap Pool, а также уже добавить, который существует, пул. А также удалить ликвидность с пула. Вот такие вкладочки. Здесь у нас все на английском языке, но с помощью переводчика можно это все, друзья, перевести. Здесь видим, да, пары, которые будем собираться добавлять. First coin, также second coin. Все добавляется в равных количествах. Здесь все проставили. Нажимаете add, добавить. Также у нас есть кошелек, конвертация, депозиты и withdraw, создание монет, пул, делегирование, мастернода. Друзья, также здесь у нас у Minter будет проводиться очередной конкурс, не забываем, также участвуем, потому что можно на шару получить хорошее количество монет, призовой фонд 100 тысяч бип, количество призов 100. Дата розыгрыша 3.07.2021 года. Друзья, все ссылочки будут в описании, переходим, ознакомливаемся, изучаем данную информацию, самостоятельно все проверяем, изучаем, смотрим. Если какие-то вопросы интересуют, пишем в комментариях, а также пишем в Минтере в телеграм-группе для того, чтобы узнать более подробную информацию. Там есть админы, они вам быстренько все ответят, так что задавайте все вопросы туда. На этом буду заканчивать, ставьте лайки, дизлайки, пишите обязательно свои комментарии, все читаю, ни одного не пропускаю. И, конечно же, вам всем профита, пока-пока.